Живой? Ага. Мне спасибо скажи. Ага. Спасибо. Может, пойдем по следу? Давай просто выйдем из воды. Придется подняться на ту платформу. Вот крюк. У спецназа одолжила. Когда-нибудь крюком пользовался? Не-а. Цепляй крюк за платформу. Нарты построили это? Это старые смотровые площадки. Для туристов. Ты в норме, Хай? Как твое плечо? Болит. Ужас как. На вот, канат тоже взяла. А ты подготовилась? Сейфти в эти планки. Хорошо держаться будет. Яблочко. Хай, давай за мной. Что там на сканере? Ну, хотя бы не все потеряно. Половина еще осталась. Не знаю, хорошо, а не давайте. Думаю, Нель будет не против поделиться. Эй, мы так дела не делаем. Кто мы? Мы. Полиция! Не с места! Какого хрена? Наваляй ему! Здесь! Вы видите? Кто-то стрельнул. За ним! Эй! Мендота! Все чисто. Похоже, посылка не туда приземлилась. Что они хранят в тех путях? Нашел частоту 120 и 13. Есть что? Ого! Смотри, сколько точек светится. По всему озеру. Возьмем их катер и проверим, что там. Хочешь вызвать подкрепление? Мы на чужой территории. Давай сначала Нельса найдем. Он амбициознее, чем мне казалось. Ублюдки все такие. Знаешь, что меня больше всего пугает в этой нарковойне? Неважно, кто выиграет, у победителя будет полно денег и оружия. Ага, и когда друг с другом разберутся, придут за мной. И снова как в 80-х. Вот поэтому Доулс хочет срочно остановить все это, пока не поздно. Так что, если мы действуем вне закона, совсем вне закона, я за. Целее будем. Я и не спорю. Отчего сомневаешься? Потому что цель какая? Чтобы убрать крутых ребят, авторитетов, и чтобы это прошло как по маслу, одной грубой силы недостаточно. Не знаю. Разве? Мы ввязались в опасную игру, детектив. Отлично. Все, как я люблю. Не туда, на парке.
Думаю, с вышки будет хорошо видно. Сканируй, пока мы не подошли вплотную. Мы не одни. Поищи. Выруби сигнализацию, иначе сбежит толпа. Без еще одной лодки не получится. Они тут охраняли. Видимо, наркоту, деньги и стволы. Давай попробуем найти что-нибудь.